Активисты ТОСЭ «Элма» провели субботник в Южной Роще. В мероприятии приняли участие взрослые и дети. Подробности расскажет Алена Закатаева. Я мусорку нахожу и кидаю в нее. А если мусорки нет, я ложу в карман и дома выкидываю. Антон знает, чистота любимого города зависит от каждого жителя. Поэтому он сам не мусорит и вместе с родителями пришел на субботник. Я пришел с мамой и папой, а убираю я, потому что хочу, чтобы город был чище. А мои сверстники тоже собирают, только они там. И я очень рад, что меня взяли. Сами жители района стали инициаторами уборки у Евковского пруда. На помощь волокжанам пришли сотрудники «Вологдозеленстрой». Они предоставили инвентарь и вывезли убранный мусор. Помог в организации Центр по работе с населением и другие. Организовались сами жители. Вот. Ну, благодаря помощи, конечно, нашей организации, территориальное общественное самоуправление, ДСЖ «Южная Роща» нам активно помогает. Вот. Потом председатель приходского совета также оказывает активную поддержку. Вот. И благодаря их поддержке, нашему участию, нашей активности мы смогли выйти сегодня. Сквер у Евковского пруда – любимое место отдыха жителей района. Сюда приходят и мамы с колясками, и ребята, чтобы позаниматься спортом на площадке, и пожилые волокжане прогуляться и подышать свежим воздухом. Именно потому, что место так востребовано, оно нуждается в постоянном внимании и поддержании чистоты. Жители нашего микрорайона имеют вот такую большую зеленую рощу, в целом напоминающую очень хорошо шишкинские такие места, единственные. Поэтому они решили сегодня здесь навести порядок, очистить от лишнего мусора. В планах у участников субботника регулярно убирать территорию парка. Волокжане надеются, что мусора станет меньше, и все, кто здесь отдыхают, непременно будут поддерживать чистоту. Алена Закатаева, Игорь Пантин, Вологда Портал.